Это я снял. Ну, почисти. Кажется, крупно как-то, нет? Как только она свалится, уха будет готова. Ну, вообще-то еще надо лук обжарить. И морковь, которой нету. Ну вот, теперь надо пену снимать. Помыться, потом вечером поехать к маме белье постирать. Баню сейчас заберу. Не Всех приветствую на канале Жоров и Сибири. Сегодня я предлагаю провести целый день со мной. То есть все, что я буду делать, сегодня буду снимать. Ну и получится, я думаю. Не знаю, что получится. Поехали. Обычный день из жизни Семена Жорова. Никогда не бывает простых путей, заросшие травой дороги и речная вода, разбитые на дне бутылки и куча змей. Можно нахлестаться портвейна и пойти туда. Фантазии человека и что-то от безумного лета. Финал один и тот же пух с тополей. И силуэты поколений, стройка, на которой повесился гений, в урбанистическом городе бродатых королей. Здесь ты не встретишь людей, их просто здесь нет.
лишь мусорные свалки высотой до синих небес. Мы шли в воде по пояс, интересно, что же дальше там есть. И сколько впереди еще увидишь ты красоты чудес. Фантазии человека и что-то от безумного лета. Финал один и тот же пух стопорей. И силуэты поколений, и стройка, на которой повесился гений. В урбанистическом городе бородатых королей. И весело в пути нам было тогда. И пьяный сторож удивился, мол, как мы попали сюда. Заброшенный завод и окруженная водой тишина. И шли в воде по пояс, нами вместе портвейная весна. Фантазии человека, кто-то от безумного лета. Финал один и тот же пух стопорей. И силуэты поколений, и стройка, на которой повесился гений. В урбанистическом городе бородатых королей. Уже выгнал снегоход, установил сюда стартер. Сейчас он заводится с кнопки. Но слил бензин с Ямахи, и так получилось, что в Урале полный бак. И пока еще возможно ездить на Урале, я буду ездить на Урале, чтобы, ну, изъездить, так скажем, бензин. Как он кончится, тогда я его загоню. Сейчас я его очищаю, еду за молочком и заодно воды привезу. Четыре дня я его не заводил. Сейчас я его попробую завести. Открываю кранчик. Подсос. Делаем подсос. С одного потекло. Ой, тут все снегом завалило, господа. Так. Со второго. Со второго потекло. Включаем зажигание. Лампочка красная горит. Значит, аккумулятор еще не сел. Пробуем. Живой. Пожалуй, самая важная атрибутика.
что могу сказать? Короче, на Урале без телеги я могу ехать. То есть вполне проеду. Можно цеплять кататься. Но я даже с пустыми флягами я не могу выехать в горку. Я буксую и вообще забивает снегом все. Не едет. Что делаю? Ну тогда едем на Буране. А на Урале будем докатывать просто так, без телеги. Потому что с телегой я не смогу ехать. А если она груженная, это вообще... То есть я просто буду стоять на месте и буксовать. Скользко. Гололед. Я сейчас перегружаю фляги сюда. В Буран. Перегружаем все это в Буран. Оп. И прием на Буране тогда. Так, Буран. Кто у нас с Бураном? Буран утеплен. Не совсем удобно. И снимать. Показалось, что все очень тяжелое. Ну и хрен с ним. Я приеду домой, нарты сделаю. Сейчас нету смысла. Выгрузусь и очищу. Все очищу. Ну нет, тут есть такой фонд модернизированный.
таким колечком. И надеваем. Его бы надо укоротить шланг. Ну, тем не менее. Ну, в общем, позвонил брат, он там, короче, застрял на Неве, сейчас мы едем его выдергивать на буране. Не знаю, что получится, взял лопату, взял веревку, вперед. Я тут на Урале прошел, думал, все, сяду сейчас. Вот здесь? Да, вот тут вот, все это канитель. Я тогда же поехал. Да.
Но я тут какие-то льды попадал, начинал тонуть, думаю, ну я сейчас прилипу, все хана. Ну я вот тут булька нахуй, пиздец. Да, я тоже тут где-то тут. И что, вообще ни туда, ни сюда? Не, она висит одна. Я уж все. Ну тут что-то пошло не так, в общем, почему-то GoPro снимал в режиме таймпас, ну или как там назвать. Короче, я на буране выдернул брата, ну не с первой попытки, рывками вот выдвигал его. Ну и поехал вроде как бы дальше. Ну вот так вроде прошел мой данный день. Поразительно, это было начало зимы. Было начало зимы, сейчас уже начало весны. Я вот домонтирую то, что было тогда. Ну, всем крепкого здоровья, всем удачи. Я думаю, скоро увидимся. Еще много роликов. До новых встреч.